И всем привет, дорогие друзья, с вами Сеньор Гусь, и это снова нетипичный ролик для моего канала, так как в Roblox я играю в первый раз. Вчера мы сидели вечером с пацанами и думали о том, во что бы поиграть. Мы сидели, листали библиотеку Steam и думали, чтобы поиграть, чтобы я мог что-нибудь записать. И пацаны предложили поиграть в Roblox. Сначала я, конечно же, отказался. Я типа такой говорю: не, мне что-то как-то впадло, не хочу в это играть, давайте я лучше посмотрю, что вы там делаете, включите мне демонстрацию экрана. Пацаны начали играть в симулятор ютубера, и мне это понравилось, и я тоже решил установить себе Roblox и тоже в него поиграть. Наиграв несколько часов, мы с Никитой нашли офигенный режим. Он называется Epic Party. Это игра похожа на Pummel Party, игру из Steam. Если вы видели, то это настольная игра, где есть всякие разные мини-игры, где нужно подсирать друг другу и так далее. Ну, только она в Роблоксе и бесплатная. Мы вообще на нее нечаянно как-то наткнулись. Никита просто предложил посмотреть, что это за режим, и мы решили в него сыграть. А вот это что такое Epic Party? Ну-ка иди сюда. Вечеринка, ну-ка давай, да, нажми. Ну, я телепортнулся на вечеринку. Парти лобби. О. Ебать, что это быстрая игра. Нажми быстрая игра. Спойлер, эту катку я выиграл. Это просто настолько везучая катка, что это даже просто словами описать нельзя. Я знаю. Типа я в такую играл. Выпало число 2. Раз, два. Ебать. Теперь я. А ты выбираешь направление или нет? Ебать, на 9 пошел. Нет, не выбираю. Повезло. Угу. Я его ебашил. Здесь надо нажать на пробел, типа, или на саму? На пробел. Ебать, десятка. Сколько? Охуеть. Ебать, они лохи, блядь, по два выбили. Никит, посторонись, блядь. Ебать. Че, ты тоже, да, два? Пиздец. Они ебать, лохи просто. Да, блядь, то, что они втроём нахуй походили на два хода, это вообще пиздец. Первая трёшечка сейчас будет, второй трёшечка и третья, да, тоже. Чё за красное, по-моему, я теперь хожу? О, повезло, повезло. О, блядь, охуенно. Не стой, я пододвинусь. Ну, на пятерочку. О, на красную стала. Опа. А, минус три. Я тебя шо охуел, блядь? Ты чё? Ты ебанулся? Да ладно, нормально. Предлагаю пойти на один. Ебать, я десятку просто нахуй собрал. Причем два раза подряд. Ой, единичка, хорошо, блядь. Бля, пиздец какой-то. О, мушкетная битва. Да охуел, кто, блядь, меня в спину? Я тебя в спину убил. Вы чё, охуели? Я специально с челиком сражался, он завис там, блядь. Башни на стюху, блин. Где она? Она спрыгнула. Чё он не убивается-то?
А чё он не убивается? Не знаю. А, ну мы все равно выиграли. Чего ж статуя-то не дохнет, я не понимаю. А ваш чё не дохнет? Ну, в вашу хотя бы хоть из двух пушек мы стреляем. Ты, по-моему, перепутал. Тут. Wait till you see the. No, 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 no. А, самая поврежденная статуя разрушится через сколько-то секунд. Ну вы проебали, я так понимаю. Почему у вашей статуи из двух пушек уехали? Вообще-то мы повышились. Ваш синий, Никит. Я за красный. А, да? А я думал, ты за синих, дурачок. Блять, я правильно я сделал, что вообще к пушке пошел? О. Так и чё будет? А, ебать, нихуя себе. Нормально. Кристальчик-то мой. Опа. Опа. Ну-ка, и чё? Это добрый, блядь. Магнит дал. Типа, это где вообще? Не понял, куда нужно идти. Давать нам 9-10, а им, блядь, чё так мало? Ой, нихуя. Блять, гандона. Ну ладно. Вот всего лишь 10. Пошел за вторым кристаллом, собака. Опа. Прям ровно на него. Ебать, вот это вообще жестко. Там чел-нибудь, блядь, подумает, что я реально с читами ебаш. Ебать. Игра окончена. Все, ничья. Пора определить победителя. И как же он определяется? Награждение бонусных кристаллов. О, это я. Ебать, да я крутой, нахуй. Кристалл жетонов. Это тоже тебе сейчас дастся, блядь, я там хуй знает сколько ты насобирал. Да. Блядь, у тебя уже сколько, 4, блядь, кристалла? Это тоже мне. Ты ебать. Лол. 98 ячеек я прошел. Заебись, я крутой, блядь. Я победил. Я не знал, что здесь еще какие-то, блядь, дополнительные. Но у меня второе место, ладно. Ну, заебись. И ты лох без кристаллов вообще. 5 кристаллов. Нихуя тебе там.
Бля, прикольно. Ну что, дорогие друзья, данное видео подходит к концу. Попрошу всех тех, кому не лень, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поддержите меня немножечко в создании моего тупого контента. Если не понравилось видео, поставьте дизлайк. Надеюсь, что YouTube не заблокирует, я продолжу выпускать свои тупые ролики. И всем спасибо за просмотр, до новых встреч!